Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 1. В ваших вопросах для оглашенных есть такие слова, кавычки открыты. «Вера в душе – смерть, и есть неприкрытое отречение от спасения, от движения вперед, вверх, кавычки закрыты. Поясните подробнее», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда сегодня заговоришь с человеком, верит ли он, то ответ такой, кавычки открыты. «Верю в душе, в церковь не хожу, попов не люблю», кавычки закрыты. О таковых Христос сказал, Матфея 10, 32-33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим Небесным». Матфея 5, 14. «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Лука 8:16. «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Иакова 2:19. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». 1 Тимофея 5:25. «Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут». Вера во Христа есть счастье, самая великая радость. Душа будет петь и ликовать, и хотя бы ты очень хотел молчать и никому не говорить о вере во Христа, но из этого ничего не получится. Ликующая песнь любви, как благоуханный фимиам, будет распространяться от тебя. 2 Коринфянам 2:16. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Иеремия 20:9. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог